следующем году в ЕНТ произойдет ряд изменений. Теперь количество вопросов по грамотности чтения и математической грамотности сократилось. Учащиеся ответят только на 10 вопросов вместо 15. А вот число вопросов профильных дисциплин увеличится на 5. Их теперь будет 40. В целом общее количество заданий останется прежним, а вот времени на их выполнение будет меньше. Если до этого на ЕНТ отводилось 4 часа, это 240 минут, то время сократится на 3 часа 30 минут, это 210 минут. Также хочу сказать, что для детей с особыми образовательными потребностями 40 минут, которые добавляются, они остаются без изменений. Также есть изменения для абитуриентов, которые выбирают творческие предметы. Теперь абитуриенты, которые выбрали творческие направления, помимо истории Казахстана и грамотности чтения, должны будут сдавать еще один предмет – математика. В Министерстве науки и высшего образования отмечают, что это направлено на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях. Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено 5 заданий на соответствие выбора из списка. Эти изменения являются логическим продолжением работ в направлении повышения качества тестовых заданий. Их соответствие мировым стандартам оценки навыков функциональной грамотности и критического мышления. Все остальное остается без изменений. Абитуриенты также смогут сдать ЕНТ дважды и для прохождения на грант использовать результат с высшим баллом. Хамза Нурпиисов, Алия Досмагамбетова, РТН.